Ну ёкарный бабай. Ребята, только что прокачали Мазду, шестерку. Еще владелец не слышал звук на скорости, не ожидает, что там будет. Но уже вид сзади облагородили. Поставили карбоновые насадки, поставили заслонку для того, чтобы можно было включать и выключать. На месте, как тебе вообще звук? Круто, круто. Я думал, на самом деле, то, что вот эти вот насадки будет вообще не видно. Если их было не видно, звук меня просто впечатляет. Все очень понравилось. Еще очень давно хотел. Я смотрю только вас, других ребят вообще не знаю, никогда не смотрел. Хотел сделать татуху и хотел сделать выхлоп. Татуху мама не одобрила. Твою мать! Выхлоп одобрила. Так что я очень сильно доволен. Спасибо большое. Ром, удовольствие от выхлопа. Рады стараться, рады, что все понравилось. Спасибо, спасибо еще раз. Ну, здесь, конечно, погромче выхлоп на тракторе. Мы такого не будем делать. Сейчас обязательно протестируем, как в салоне себя ведет машина. Как вообще звук, и слышно его, не слышно. Потому что наружу, снаружи прям хорошо. Ты слышишь разницу? Да. Но она не должна быть громкая, потому что она сильно, на улице. Да, нормально. Что, с открытыми окнами слышно эффект? С закрытыми? Да и так слышно. Да, вообще кайфово. Когда две трубы, мощнее звук? Не. Нет? То же самое? Угу. Все зависит от резонатора. То есть, если мы тебе сейчас спортивный поставим резонатор, у тебя будет еще прикольнее. Он это, стрелец, который? Ну, нет, прострелов тут не будет. Но... А прострелы у кого? Из-за чего? Прострелы у турбовых автомобилей. Чаще всего это ваги. Такая конфигурация машины. При переключении они там пух-пух-пух. На самом деле также прострелы настраиваются, то есть программное обеспечение, оно дает такой эффект: при сбросе газа начинают стрелять машины. Охренеть, да? Отстрелы. Здесь крайне не рекомендую это делать. Во-первых, катализаторы долго ходят на Маздах, очень долго, да, то есть они, в принципе, практически не разрушаются никогда. Если же захочешь погромче, я тебе говорю, резонатор подкинем. Хочешь прямо сейчас. Но на тихом режиме, может быть, там после 120-130, тогда тоже немножко громче будет. А вот, кстати, когда на трассе, сколько там? На трассе выключаешь, все, у тебя 160, 100-200, едешь. Ну, то есть она, в принципе, как штатная себя будет вести. Потому что у тебя сейчас все штатное осталось. А сзади уже, снаружи, там эффект прям ого-го, где рядом с насадками. Ну, я так и хотел, на самом деле, чтобы ты в салоне сильно не напрягался. Потому что многие резонатор убирают, получается слишком мощный звук, я бы так сказал. Нихуя себе! Вот. Вообще хорошо. Да. Потому что я боялся, что в салоне много будет лишнего, что по кузову. У меня музыка играет, я вообще ничего не слышу. То есть у меня тишины в машине никогда не бывает. Это прямо слово никогда. Приезжай на резонатор.